Очередной казус произошел с Ольгой Бузовой на курортах. Она отправилась на заснеженный курорт во французский Куршавель, чтобы отпраздновать свой день рождения, и решила сделать там несколько фотографий, причем фотографий эффектных в снегу, все, так сказать, по канонам жанра. Однако все пошло не совсем по запланированному сценарию. После того, как было сделано буквально пару фотографий, Ольга решила зайти чуть подальше в снег, чтобы сделать самый-самый интересный снимок. Но, как уже было сказано, что-то пошло не так. Ольга провалилась по колено в снег, а напомним, что она была практически раздета полностью. И, соответственно, ей стало жутко холодно. А мы, в том числе фанаты Ольги, получили прекрасное видео, которое она выложила позже у себя в аккаунте Инстаграма. Ольга, недолго думая, просто подписала данную фотографию примерно следующим содержанием. Можно считать, что окунулась в прорубь. Вот таким образом она заменила купание в проруби купанием в снегу. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!